Итак, температура за бортом у нас получается минус 22. Соответственно, кормушка такой же температурой. И сейчас мы включаем обогреватель. Включаем прибор, вилку, розетку. Заливаем водичку. Но на еде не будем пробовать. Только воду зальем. Вода наливалась из-под крана холодная. Наливаем воду и заодно оставим здесь бутылку с водой на улице, чтобы посмотреть, как, чего и почему. Попробуем померить температуру воды. 3 градуса. Здесь даже чуть-чуть прохладнее. Вот. Даем для температуры воды. Для эксперимента еще можно детский термометр водный сунуть. Вот. Правда, он будет плавать на поверхности воды. Положили обычный термометр, но правда он только от плюс 10. И вот температура плюс 1 градус, 0. Вот. Здесь тоже в районе 0. В общем-то, замеры сделаем через полчаса. Замеры через полчаса. И часа, наверное, через час, через полтора еще сделаем замеры. Этого вполне будет достаточно, чтобы понять, как себя ведет при таких сильных морозах данная кормушка. Ну вот, прошло полтора часа. Как мы видим, не знаю, на видео видно или нет, идет испарение небольшое поверхности. Намека на то, что обледенение на такой площади никакого даже и в помине нет. На улице у нас продолжает быть минус 24. Вот. И все. Температура воды. Ну вот, не знаю, там лежит градусник. Показывает где-то в районе плюс 5. Примерно вот так. Температура поверхности. И то он лежит, так скажем, наполовину. Но для сравнения, бутылка с водой, которую мы оставляли, вот, она уже покрылась льдом. Причем лед вот практически вся. Вот, то есть видно, что вот лед внутри, это она еще закрыта. Если была открыта, естественно, замерзла бы быстрее. Вот. Так что, что еще можно сказать? Данная кормушка есть в двух вариантах. Вот на данной мы видим деревянные уголки. Есть еще противовандальные алюминиевые уголки, но цена у нее где-то на 550 рублей подороже, нежели у данной кормушки. Вот. Ну, что я вам могу сказать? Так, тактильные ощущения по воде. Вода, ну, как вода из-под крана, примерно той же температуры. Вот. То есть, не ледяная, вот, вполне нормальная. Но, опять-таки, надо понимать, чем теплее на улице, тем, соответственно, теплее будет температура самой воды. Вот. Давайте посмотрим, попробуем приподнять мисочку и посмотреть, что там внутри у нас. Варить, что происходит. Температура поверхности 89 градусов самого обогревателя. Температура древесины 34 градуса. Вот. Как видно, прямо над поверхностью самого обогрева 37 градусов. Ну, что еще? Температура поверхности
минус 9 градусов на поверхности, минус 10, с учетом того, что сейчас на улице минус 24 градуса, то есть еще и сама поверхность довольно-таки теплая. Ставим обратно кормушку. Вот. Ну, капелька капнула, но капелька замерзает, так как минус 10. Вот, капелька капнула. Сейчас еще попробуем принести обогреватель, просто положить не в кормушке, а такой же обогреватель на улице и подключить, посмотреть, какая у него будет температура. Без 10 минут 2 часа прошло. Температура воды уже 10 градусов. 10 градусов. То есть потихонечку она растет. Температура, состояние льда все больше и больше. Все, вся уже поверхность во льду. Снизу еще осталось, конечно. И вот подключили такой же обогреватель, который установлен внутри кормушки с подогревом. Вот 16 градусов у него температура поверхности, 15-11, но она варьируется, так как у него элемент нагревательный не везде стоит. Ну вот, то есть сейчас попробуем тактильным ощущением. Тепленький, вот, то есть он тепленький, все хорошо. Ну, естественно, он работает где-то минут 7. Чуть подольше поработает, я думаю, температура нагреется где-то до 20. Ну вот на этом, наверное, наш обзор подошел к концу. Радуюсь, что чем-то вам помогли, рассказали, показали, ответили на интересующие вас вопросы. Спасибо, всего доброго, до свидания.